Ребенок на ручках. Был в магазине, купил треугольник с вишней за 19 рублей и подколу с маком. Как она выглядит, такая подкова. Купил сахар. Сахар стоит 28 рублей 1 килограмм. 10 килограмм вот пакет. На нем даже написано 1 килограмм. Видел сахар сегодня за 35 рублей, где 900 грамм. Даже 1 килограмм стоил 42 рубля. Короче, надо искать, ходить по магазинам, где стоит 28 рублей сахар килограмм, где-то 42 рубля. Такая у нас, такие у нас разные цены во всех магазинах. Кто как хочет, так и продает. До этого сейчас распаковывал сахар и дешевые булочки. Там стоимость была всей этой той покупки в том магазине 320 рублей. Вот купил крахмал. 39 рублей стоит 5 штук, 5 упаковочек. Будем делать много киселя. Киселя. Купил сыр, муку, традиционный геркулес. Купил рис, но что-то не углядел. Как оказалось, здесь 900 грамм. Даже сахар сегодня видел в упаковке 900 грамм. Да, товар дешевее, так он становится легче. Вот эта вот маленькая какая-то приправа стоит тоже 39 рублей. Вот, смотрите, крахмал, пачка 39 рублей, 400 грамм. И приправа 40 грамм, 39 рублей. Хлеб какой-то там тоже 27 рублей. Геркулес, кстати, геркулес тоже не дешевый, 55 рублей. Ну, такие дела. Подпишись на наш канал «Папа, я» и получай новые интересные видео.